Итак, режущая кромка, бритва Ивасаки, клин, до заточки. Так, ну, кромка, конечно, заточки нету. Самое главное, чтобы не было, вот видно, какие-то повреждения, какие-то замины. Самое главное, чтобы сколов не было больших. Итак, тысячник кинг. Мы видим вот заусенец. Так, 6000 кинг. Ну вот мы видим, кромочка ровненькая уже. Кромочка стала ровненькой. Кромочка после хатакоши с суспензией. Кромочка очень ровненькая. Такая однородная вся. Накаяма, марука, суспензии. Значит, почему я его использую дополнительно? Этот камень потверже, чем вот хатакоши. И, значит, он помельче работает. Ну, как бы я так предполагаю. Вот, хотя особо, не знаю, не видно. Какие-то там пару рисок были. Вот чистый камень. Марука. Масаги. Кромочка ровная. Волос хорошо режет. Так, это вот кромка после эшера. Это вот человеческий волос, вот он отражается буквально, да, как в зеркале. Вот сейчас мы его приблизим, вот он практически лежит на кромке. Так, ну все, осталось на реме. Вот, видите? Отражается волос. Вот лежит на кромке прям. Итак, тест на рез волоса. Японская бритва Ивасаки. Бритва клин. Значит, обычно я делаю тест на рез волоса до бритья, после заточки. Вот. А здесь я забыл снять на камеру вот этот вот тест. И побрился. И теперь будем, ну, это еще интереснее, как бы, тест на рез волоса после бритья. Значит, так, вроде видно. Так, пробуем ближе к носику. Отлично. Так, еще раз.
Отлично, даже ну, как бы не чувствую реза волоса. Так, возле пятки. То же самое. Великолепно. Так, посередине. Ну, тоже отлично. Отрубается волос. Ну, просто вот здесь вот. Ну, просто вот. Реза даже не чувствую сейчас. Сейчас почувствовал. Рез, ну, режет отлично. Замечательно. Вот где-то, ну сколько, сантиметр больше оставить. Так. Больше сантиметра. Великолепно. То есть, ну, в принципе, очень неплохо. Вот. Ну, еще раз повторюсь, что вот бритье было, ну, как бы не то, что не очень комфортным, но как бы чего-то такого суперовского не было. Ну, бреет так, не знаю, жестковато. Не понравилось. Попробовать еще как-то ее переточить, не знаю. Ну, жестковатое все-таки бритье было. Так, в принципе, вот все чисто. Побрился, но жестковато. Так, ну вот и все, собственно.